Здорово, братва! Мы с вами опять встречаемся в этом канале сегодня! Опять на этом месте, на поле! Давайте. Че, он едет? Записывай. Зайди-ка это к себе, можешь сейчас на YouTube проверить, идет трансляция, нет? Ой, блин. Друзья, мы сейчас это разбираемся в программе, я это новую программку установил. Вот, и нам надо понять, короче, как она работает, чтобы для вас, друзья, для вас вести прикольные стримы с места работы. Ну-ка, зайди к тебе, я, короче. Иду. Мы с Коляном. Как это, какой там, кстати, сериал был по ТНТ там тоже? Реальные пацаны. Вот, реальные пацаны. Этот Колян еще круче, чем тот Колян был. Вот. Это действительно реальный Колян. Вот. И реальный Жека сегодня для вас будут вести трансляцию. Вот. Давай сюда встанем. На полях. Да, на полях, видите, да, поля. Друзья, поля. Ну что, Колян? Да, заходим. Давай, заходи. Заходим к вам на страницу, смотрим, что там. Оба, есть. Ну-ка, подожди, Колян. Ой, идет. Идет, да? Друзья, друзья, так что это, присоединяемся к нам. Трансляции. Также там будет ссылочка под видео. Вы можете нам немножко денежки задонатить. Донаты ваши. Это мой второй стрим в жизни, как бы, с Коляном. Надо. Вот, Жека и Колян. Вот. Если вы нас хотите как-то поддержать, вы можете нажать лайк, оставить какой-нибудь интересный комментарий, друзья. А также задонатить немножко денежки. Вот, для нас с Коляном. Чтобы мы после работы пошли купили себе сигарет, у нас уже сигареты кончаются, ну и может пива типа, но это уже, ну немножко совсем, да, Колян? Да, да, да. Вот. Короче, так, такие вот поля. Вот так, такие поливки вон идут у нас кругом, поливки вон, покажи поливку им самим. А пойдем до поливки пройдемся. Пошли до поливки. Друзья, мы пойдем до поливки. Поливка, поливка. Идем, Что жарко, да? Друзья, я, короче, обгорел. Пипец как. Вот так вот я обгорел. Весь. Скоро буду как афроамериканец. Афроамериканцы. Да. Так, это, давайте подойдем к поливке. Кстати, радуга, сейчас мы вам радугу покажем. Там, прикиньте, друзья, там дождик такой, да, насос качает воду, идет, короче, такая струя мощная, вот, и на фоне этой струи радуга. Сейчас я вам покажу это все дело. Вот, так, опять я в кадре. Блин. Видите? Такой насос, короче. Так вот он. Здесь труба, шланг подает воду. Вот, друзья. И там радуга. Пойдемте радугу посмотрим. Видите, какая радуга? Я не знаю, видно ее, нет? В кадре. Колян, видно там радугу, нет? Да. Или не видно? Ну ты только подошел сюда. Видно? Да. Колян, видно радугу? Да, видно, да? Да. Видно. Друзья, я думаю, вам видно радугу. У нас радуга может быть весь день, если где-то идет дождик и радуга. Какое-то там время маленькое, да, у нас радуга, друзья, весь день дождик, весь день радуга. Весь день солнце, кстати, тоже, вот, мы позагорали, да, и идем под дождик, любоваться на радугу. Колян, что, может, что-нибудь добавишь от себя? Что добавить? Я не знаю. Хорошей погоды всем.
У нас очень жарко, очень-очень сильно. Сколько жара. Сегодня градусов? Ой, сегодня 35-37. Да, друзья, мы вчера сгорели все. Надо, видишь, это, настроить немного. Друзья, подскажите, если кто разбирается, почему вот эти вот звуки такие, как будто щелчки, это что такое? Связь, интернет слабый, задержка или я что-то настроил неправильно. Короче, я поставил 60 FPS и у меня 5000 там чего-то, КГБ, КБСС, что-то там, не такое КГБ, а килобит, походу, вот. Что-то, да, должен, кстати, реально, короче, круто, друзья. Круто, мы сейчас на море находимся. Да. Сочи. Сочи. Друзья, да. Офигенно. Я уже весь мокрый. Круто, мы сейчас на море находимся. Друзья, донатим, кому интересна трансляция. Очень будем благодарны. Наверное, мы очень рано, да, приехали, проснулись, приехали на работу и, блин, и, короче, это. Короче, вы еще спите, наверное, да? Мы такие жаворонки. Проснулись рано. Колян, иди с этой стороны. Вот, чтоб тебя в кадре было видно. Вот, да. Наверное, да? Более такая картина полная. Колян и Жека! Да. Мы теперь для вас будем вести трансляции, пока мы на вахте. Вот. Но очень, конечно, будем благодарны вашим донатам. Вот. Если вы будете немножко донатить. Донатить, друзья, донатить! Немножко для нас донатить. Что откушать? Да нет, ну что, зачем, не знаю. Там уже еще никого нет. Нет просмотров, да? А где, у меня видно? У тебя? У тебя все должно быть видно. Дай пока, дай гляну. Подожди. У тебя смотрит, ноль смотрит. Ну, нас ноль смотрят. Ну ладно. Зато мы себя смотрим. О, друзья, мы... Три. Три смотрят, где? А, о, у нас уже трое смотрят. Напишите что-нибудь в комментариях, в чате, я не знаю, блин, друзья. Мы здесь, братва, мы с вами, давайте, давайте. Подожди, чат, можешь, это, ну, когда я гляну там, чат. Три смотрят, где? Блин, смотрят, где? Ну-ка, чат, зайди. У нас уже трое смотрят. Напишите что-нибудь в комментариях, в чате, я не знаю, блин, друзья. Ну-ка. Мы здесь, братва, мы с вами, давайте, давайте. Подожди, чат, можешь, друзья, это наш второй такой нормальный чат. Ой, блин, нормальный эфир, короче, мы сделали. Короче, подскажите, что сделать, чтобы этих щелчков не было, какие настройки? Да зачем они, пойдут туда? Что там? Я нажал. Да, чат. Друзья, напишите какие-нибудь вопросики, мы ответим. Есть там сообщение? Ну-ка, дай гляну, я не вижу. А, вот чат. Короче, не хотите вы, да? Один уже много смотрит. Сейчас, подожди, еще не вечер. Как там поется? Еще не вечер. А, давайте бабульки кидайте нам, бабулек. Да ладно, мы же не за бабулек, друзья. Не, бабульки тоже мы любим, ну, бабусики. Российские деревянные, но как бы, блин. Просмотр один. Это вообще, короче, это, по сути, это первые наши стримы, вот. И мы еще не избалованы вашими донатами. Вот, поэтому как бы. Вот, это слово паразит надо вообще истребить. У меня во многих роликах, кстати. Вот, блядь. Вот. Короче, друзья, такая вот красота, поле, смотрите, как классно, красиво. Природа, поля. Вот, друзья, вот слово паразит, вот.
Видите, я весь обгорел. Коля, подержи так камеру, я покажу, как я обгорел. Вот, держи. Нет, направь. Ниже. Короче, друзья, такая вот красота. Вот так, вот так, вот так. Нет, другую сторону. Вот, да, видите, друзья. Как классно, красиво. Ноги. Обгоревшие. Я как цыпленок табака, цыпленок гриль, знаете, это. И шаурму продают, это цыплята жареные. Вот, это тоже такой поджаренный, друзья. Вот. Давай, я, друзья, поджаренный. Надо селфи-палку, кстати, взять. Нам дадут аванс, возьмем селфи-палку. Я с руки снимаю, как бы, не очень удобно снимать с руки. Такая-то у меня кепочка. А? Короче, Колян, что? Давайте, люди, подключайте, бабульки нам кидайте. На мазь нам не хватает. Не, бабульки нет. Давай что-нибудь это, не о бабульках, а что-нибудь такое. Друзья, свобода, я вот с города вырвался. Вот. Я на стройке трудился. А сейчас приехал на поля работать. Вот, как раб, наверное, да? Вот, ну погода вообще. Сколько времени, кстати? Полдевятого? Наверное. Вот. Обед на ноче будет пекло. Будет жара. Так что, друзья, здесь не стройка, здесь спрятаться негде, видите сами. Здесь даже спрятаться негде от солнышка палящего. Посмотри, там что-нибудь в это пишут, Катя, нет? Нет. Вот, покажи. Один просмотр, кто я смотрю тут. Ну, еще не вечер, да? Еще не вечер. Еще не вечер. Вот, надо закурить. Надо вообще, друзья, бросать курить. Да я никак не могу бросить курить. Я сколько не пытаюсь, у меня уже подозрения на онкологию. У нас столько подозрений. Я не утверждаю это, чтобы вы потом не предъявляли то, что я там такой вот бла-бла-бла. Вот. Не, я бла-бла-бла. Курить вредно. Ну вот, курить как это не полезно, поэтому кто курит, бросайте, а кто не курит, не начинайте. Вот. Так. Курение это яд, это отрава. Лучше дышать вот свежим воздухом. Просто я правда, я бросить не могу, я курю уже 20 лет. Я уже от этих сигарет загибаюсь уже от них, а бросить не могу, у меня не получается бросить. Никак. Вот, поэтому. Надо, чтобы сигареты приравняли, ну вы поняли, там, тяжелым веществам всяким. Вот, потому что с них реально слезть. А, поле, пойдем покажем поле. Друзья, давайте мы вам с Коляном покажем поле. Вот, друзья. Очень жарко на улице. На улице, теперь, да, очень жарко, друзья. 37 градусов. Очень жарко. У меня мышцая башка. Видите мою лысую бошку? Как лысая башка, дай пирожка. Вот, ну. Ну что, давай покажем поле. Давай, друзья, вот такое вот поле. Большое поле. Полив виден. Полив. Да. Наверное, виден, да, друзья, видно. Вы же не смотрите, не пишете. Пойдем это к насосу. Короче, друзья, такие вот пироги. Мы, наверное, пока прервем, да, трансляцию. Не, дойдем до конца. До обеда. До туда пойдем. Давай дойдем до туда. До нашего рабочего места. И. Я вот туда походил, глянь, какая хуйня. Вот и все. Я тебе говорю, туда не иди. Ай-яй-яй. Такая у меня кепочка, как у Муки 8. Ага. У него черная была, а у меня вот белая. С
серая. А у меня зеленая, как футбольный мяч. Коляна, да, зеленая, как футбольный мяч. Респект, братва. Респект, да, братва. Пис. Так вот мы. Мы гуляем, гуляем, гуляем. Сейчас гулять будем пахать. Как лошади будем пахать. Ну что, Колян? А там ничего нет. Вот. Мы так и посмотрим. Дожди, еще не вечер, друзья. Еще не вечер. А потом что, зайдут в лобу, да, и просмотреть? Конечно. И кидать деньги. Ну что-то тебе все деньги, деньги, друзья. Мы же не за денег это делаем, а чтобы вам интересно было нас смотреть. Вот. Тут еще, кстати, эти слепни летают. Это кто не знает, такие мухи, они очень больно кусаются. На шмелей похожие такие. Вот, и они. Реально, реально мы покусанные, обгоревшие. Вот. Жарко, друзья, жарко. Очень жарко. О, покажи лучше такие. Да, вот такие здесь это, друзья. Такие здесь лужи. И, блин, солнышко мне в глаза прям, я не вижу, видно вам, нет, но я думаю, вам видно. Короче, друзья, такие здесь лужи. Лужи. Там, как там это... Пешеходы по лужам. Ты там дальше помнишь эту песню? Угу. Ну-ка, спой. А я что? А? Спой чего-нибудь, спой. Друзья, вам попозже рэпчик зачитаю, прикольный. Воу, что рэп зачитать? Да, а ты можешь сейчас рэп зачитать? Делаешь шаг вперед, делаешь шаг назад, да? Но мы назад не будем делать шаг. Друзья, я, короче, уже давно рэп не читал. Я вспомню что-нибудь из своих текстов. Пишите в комментариях, хотели бы послушать, как Жек исполняет рэп. В прошлом MC Юджин. Вот, я вам обязательно что-нибудь почитаю в прямом эфире. Что-нибудь прикольное. Вот. Короче, так вот, друзья. Такая вот. Вот видите, пушка такая, короче. Не знаю, видно, нет. Она подает воду на поле, на поля поливает капусту, картошку. Так что это, друзья, тяжкий труд, то, что вы у вас, то, что вы в магазине, вернее, видите на прилавках, это все тяжкий труд. Вообще. Но в то же время это природа, друзья. Мы на природе гуляем. Кайфуем, наслаждаемся свободой. И от свободы день там в потном магазине стоять. Вот, у прилавка. Это природа здесь, свобода в какой-то степени. Ну, да, Колян? Ладно, друзья, вот, мы будем дальше наслаждаться свободой, пением птичек. Вы слышите, как птички поют. Вот. А чуть попозже мы зайдем обязательно и еще сделаем прямую трансляцию. Вот, я, может быть, даже для вас почитаю рэпчик. Опять же, если вы меня попросите, напишите в комментариях. Жека, зачитай нам рэп. Вот, я зачитаю вам рэп. Вот, а пока что это мы, наверное, закончим. Закончим, да, закончим эфир. Ладно, друзья, давайте это, давайте.